В общем, добрый день, мне приснился сон, во сне были вы с Еленой. Елену я попросила о помощи решения проблем, она мне дала много разноцветных бумажек, там были ответы на мои проблемы, но прочитать я не успел. К чему такой сон? Григорий, это твоя стезя. Мы начинаем сниматься тем, что трактуем сны. Сны, как правило, образные, и они, как правило, приносят некую образную информацию, то есть тот образ, который может настроиться на правильное направление. Если человек более тонкий, ему может даваться уже конкретная информация, вплоть до каких-то там телефонных номеров. Мне однажды во сне просто приснился номер телефона, по которому позже позвонил, ну, там это была отдельная история. Но обычно информация именно образная. Разноцветные бумажки. То есть вам дали разноцветные бумажки, это, видимо, я думаю, что эти цвета связаны с разными энергиями, которыми вам нужно работать. Можно посмотреть, какие были цвета на бумажках. Сколько этих было бумажек, то есть и как-то по этим вещам можно было о чем-то судить. То есть вам дали какую-то наводку, вам дали какую-то информацию. Вот, например, каждый свет связан с проявлением какой-то энергии. Того, какие были бумажки, они были яркие, они были блеклые. Какое они вызвали у вас первое впечатление. То есть много разных бумажек, но, видимо, много разных вещей, с которыми нужно работать. То есть, возможно, вам дали ключи для работы с определенными энергиями. Но если вы не успели их прочитать, это значит, что нужно... Если вы более подробно описали бы сон, можно было еще что-то сказать. Скорее всего, если они были именно цветные, ну, то... потому что ничего не бывает просто так. То есть они могли быть одинаковые, они могли быть написаны на пергаменте, они могли написаны на табличке, но они именно были на цветных, какие-то, видимо, у вас бумажек, как я понял. Вот каждый цвет – это энергия. Например, красный – это чистый цвет, то это энергия воли, то есть энергия жизни, там. Там какой-то розовый инфантильности, там голубой, там цвет духотворенности, мечтательности, желтый цвет эмоциональных вспышек, раскрытия эмоционального сознания, оранжевый позитивное мышление, спокойствие ума и позитивный настрой. То есть, зеленый цвет спокойствия, цвет удовлетворения. То есть, каждый цвет он к чему-то ведет. То есть он это ключ к чему-то. Может быть, более того, у вас на бумажках на самом деле были даже не тексты, а может быть, были какие-то знаки или символы. Поэтому так судить сложно. Если вы во сне находитесь в состоянии осознанности, то есть вы помните, что вы спите, то вам легче некоторыми вещами управлять, и вы что-то можете посмотреть. Даже одно написанное слово на бумажке может дать больше, чем сам образ бумажки. Поэтому тяжело судить до конца, что этот сон был что он значил. Обычно, когда человек трактует сон, нужно знать стараться весь сон до конца, либо, во всяком случае, основную, самую главную часть. Поэтому я до конца не возьмусь его трактовать. Еще не забываю ту вероятность, что один и тот же сон для двух разных людей может означать достаточно разные вещи. Благодарю, Григорий. Хотела добавить, что если вы не успели их прочитать, это тоже какой-то знак. То есть продолжайте искать, продолжайте работать над собой.